Всем привет, вы на канале Аюми Вера, и сегодня я снимаю для вас челлендж в Among 2. Итак, суть челленджа в том, что мне надо... Так, перед началом видео подписываемся на мой телеграм-канал, ну а я приступаю. Итак, ребята, сегодня челлендж будет, что задача моя главная будет собрать весь мешочек монет. И видео не очень длинное, потому что я это все снимаю ради того, чтобы поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Ребята, уже 31 декабря, я сама в шоке, как быстро летит время. И в феврале уже исполнится год, как я снимаю Roblox. Для меня это тоже было достаточно такое знаменательное событие. Я помню, когда я только начала снимать, и, в принципе, какая я была, как я относилась к этому, да, как я снимала видео. Вот, в принципе, хочу сказать всем... Спасибо за то, что вы подписываетесь на меня, да, ставите лайки. Я стараюсь снимать для вас хороший контент. Пишите свои идеи, я буду, возможно, их реализовывать, да. И по поводу сходок, я тоже думаю над тем, чтобы организовать, возможно, сходку. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет, насчет сходки, да. Мне кажется, идея хорошая, можно ее рассмотреть. Опа, пистолетик. Так, ну, в общем, я сегодня не буду вот так циклиться на игре, я просто хочу вас поздравить с Новым годом. Я всем желаю хорошего Нового года, счастья, удачи, здоровья, исполнения желаний. Продолжайте также смотреть мои видео, ребята, вас ждет очень много интересного. Вот, также не забывайте, пожалуйста, ребят, подписываться на телеграм-канал, там тоже будет много интересного. Я просто жду, пока там будет побольше людей, чтобы вас было больше, и тогда было бы нам интересней. Сейчас на данный момент там 84 подписчика, я говорю данные вот на тот момент, когда записываю звук. Вот, и я бы хотела сегодня добить 100 подписчиков. Поможете? Ну, я надеюсь, что нам удастся это сделать. Вот, это был бы вот такой вот... У нас Новый год, да, добьем 100 подписчиков в Телеграме. Я его начала вести, получается, в августе. Достаточно давно. Ну, не так давно, точнее. Вот. Так, я пытаюсь собирать монеты, пытаюсь собрать полный мешок. Да, я не знаю, сегодня не совсем получится челлендж, потому что видео короткое, но все же. Кстати, я шериф, но я все никак не могу найти мафию. Поэтому ладно. Так, ну что ж, дорогие друзья, я очень надеюсь, что год у вас прошел хорошо. Вот, в принципе, мне кажется, да. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам обновление, новогоднее обновление в играх. Напишите, в какой игре вам понравилось обновление больше всего. Мне понравились везде обновления. Больше всего понравилось обновление в игре TTD3. Там я очень часто снимаю видосы, танцы какие-то там и все остальное. Также в Brookhaven и в Murder Mystery. Мне понравились обновления почти везде. Но в TTD3 оно прям по-особенному было классное. Кстати, осталось 7 секунд. Я что-то не уверена, что успею. И оба! Я победила, ребят, на последних секундах. На самом деле, я вот так вот на последних секундах один раз прям вот 2 секунды осталось, и я выиграла. Это была красивая победа за шерифа, очень красивая. Вот, ребят, ну, к сожалению, мы не успели добить 2000 подписчиков, но ничего страшного, ничего страшного. Вот. Я очень жду этого знаменательного момента и думаю, что буду организовывать, возможно, какую-нибудь сходку на 2000 подписчиков. Да, почему бы нам это и не сделать, организовать сходку. Но все сходки будут проходить в Телеграме, поэтому пишите. И если будет больше голосов за сходку, я, скорее всего, ее организую. То есть это будет, наверное, проходить так. Я, ну, например, во-первых, мы должны выбрать игру для сходки. Ну, скорее всего, это будет Murder Mystery. Мы можем выбрать другую карту. Если вы хотите, можно другую карту. Только приучтите, что в Adopt Me я вообще, ну, вот за Adopt Me я вообще не шарю. И мне кажется, там и делать нечего. Поэтому, скорее всего, либо Murder Mystery. В Тавере у меня нет пока випки. Поэтому я думаю, что, скорее всего... сходка лучше будет всего ее провести в Murder Mystery.
Вот, то есть как мы делаем? Я создаю приватный сервер, ну точнее он у меня есть, то есть я беру приватный сервер, присылаю его в Telegram, вы туда заходите в нужное время, то есть, например, организовать сходку в 7 часов вечера в субботу, да, я думаю, что у многих есть время, то есть мы согласуем с вами, когда вам удобно и когда мне удобно, чтобы вместе поиграть, поснимать, возможно, да, дарить друг другу подарки, еще что. Ну, в общем, в принципе, организовать такую тусовочку роблоксеров, да, и все это я сниму, сфотографирую, перефотографирую, выложу в Telegram и в YouTube. Поэтому я думаю, что кому-то это будет интересно, поэтому пишите. И тогда я организую. Я пока только думаю про это. Но я думаю, что скоро возможно. То есть, если вы захотите, мы можем это сделать. Это будет моя первая сходка, да, волнительный момент. Так, ну что ж, я тут собираю вот эти снежные коины. Вот уже 32 собрала. Кстати, светящиеся огнем монетки, это 3 монетки сразу, это очень интересно. Ага, вот мафия с ледяным крылом. Угу. О, вон там пистолетик, попробую сейчас успею забрать, А, мне показалось, она сюда бежит. Ладно, была не была, забираю уже пистолет. Ой-ой-ой, она тут, ребята, она очень близко, эта девочка очень близко. Я не знаю, успею я ее обыграть сейчас, выиграть у нее успею, нет? Опа, ой, очень рискованно сейчас встала на месте. Зачем я встаю на месте, не понимаю. Так, еще 50 секунд, и поэтому я очень нервничаю, хочу выиграть. Ага, вот еще девочка встала, мешается мне тут. Угу. Так, она вроде на нее там отвлеклась. Сейчас я попробую как-нибудь прицелиться. Угу. Да, пока не получилось, но... Опа, все, это победа, отлично. Ну и на этом все. Всем желаю отличного настроения. Всем пока-пока, всем хорошего Нового года!